Дальше Вадим Соколов, сотрудник Губоп, сказал мне еще такую вещь, что после того, как они меня отпустят, со мной будут пытаться связаться правозащитники из правозащитного центра «Весна». Вот. И он сказал, что если они будут мне звонить, то я должен связаться с Соколовым, он мне передаст диктофон, и я должен записать содержание разговора с этими правозащитниками, потому что ГУБОП очень интересовался тем, что какую роль играют люди из центра «Весна».